Приветствую всех на канале, сегодня у нас на обзоре крутая штука. Видеорегистратор Rodegit Tube 2CH. Разберем его по косточкам, поговорим о функциях, особенностях и выясним, в чем его главные плюсы и минусы. Уверен, тебе будет интересно, ссылки на покупку, как всегда, в описании. Поехали! Теперь давайте посмотрим на внешний вид видеорегистратора Rodegit Tube 2CH. Первое, что бросается в глаза, это его компактный формат. Настолько аккуратный, что его можно разместить где угодно, и он совершенно не будет бросаться в глаза. Стильный минималистичный дизайн позволяет ему органично вписаться в любой салон, будто бы он там был с завода. Никаких лишних деталей, все продумано до мелочей. А теперь о комплектации. Здесь ребята из Rodegit точно постарались. В коробке ты найдешь все, что нужно для быстрой установки, от запасного крепления до монтажного набора. Это реально экономит время и силы, потому что не нужно бегать по магазинам в поисках подходящих аксессуаров. Кстати, не забудь заглянуть в описание под видео. Там тебя ждут ссылки на проверенные магазины и, что самое приятное, специальный промокод на скидку. Покупка станет еще выгоднее. Теперь давайте разберем основные особенности видеорегистратора Rodegit Tube 2CH. И тут есть чем похвастаться. Начнем с главного. Этот малыш оснащен топовым сенсором Sony IMX415, который дарит тебе настоящее 4К качество с невероятной детализацией. Будь то день или ночь, картинка всегда будет четкой, без смазываний и шумов. А еще в комплекте есть вторая камера для заднего вида с Full HD разрешением. То есть ты получаешь не просто вид спереди, но и полный контроль над тем, что происходит сзади. Отличная штука для безопасности. Знаешь, что круто? Он может одновременно записывать видео с двух камер, фронтальная в 4К, задняя в Full HD. Такую парочку мало кто из конкурентов предложит. Добавим сюда Wi-Fi и фирменное мобильное приложение, которое позволит управлять всеми настройками и записями прямо со смартфона. Это реально удобно, не нужно тянуться к регистратору и ковыряться в меню. Технология WDR, кстати, тоже на высоте. Она предотвращает засветы, так что даже яркие фары встречных автомобилей не будут портить картинку. И, конечно, G-сенсор. Если вдруг произойдет удар или столкновение, регистратор сразу сохранит запись, и она точно не потеряется. Не забыли разработчики о защите от экстремальных температур. Благодаря встроенному суперконденсатору Rodegit Tube 2CH работает стабильно как в жару, так и в холод. А для полного удобства в комплекте есть голосовое сопровождение и светодиодные индикаторы. Всегда будешь знать, что происходит с записью. Ну и на десерт встроенный GPS-модуль. Он фиксирует координаты, время и скорость, а также сохраняет весь маршрут твоей поездки. Такой регистратор станет не просто свидетелем на дороге, но и надежным помощником в любой ситуации. Теперь давайте обсудим отзывы реальных владельцев Rodegit Tube 2CH. Я внимательно изучил, что люди говорят об этом видеорегистраторе, и вот что удалось выяснить. Начнем с минусов, ведь без них никуда. Нельзя отключить звуковые сообщения. Невозможно посмотреть текущую версию прошивки. Иногда проблемы со связью с айфона. Номера встречных машин ночью на скорости не видно. Но это не значит, что устройство не радует своих владельцев, вот что они особенно выделяют. Отличное качество съемки. Компактные размеры. Хорошая читаемость номеров днем. Классная комплектация. Надежная сборка. Удобство работы через телефон. Нет лишнего дисплея. Простой и понятный интерфейс. Вторая камера для заднего вида. Ну что ж, на этом все, друзья. Надеюсь, обзор был полезным и помог вам лучше узнать видеорегистратор Rodegit Tube 2CH. Напоминаю, что ссылки на проверенные магазины и промокод на скидку ждут вас в описании под видео. Пишите в комментариях, что думаете об этой модели, и делитесь своим опытом, если уже пользуетесь. Ну а если хотите видеть больше подобных обзоров, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До новых встреч. Пока.